Всем привет, с вами Шимагон Галалюш. Мы сегодня поиграем в игру под названием Blair Witch. Это по мотивам, собственно говоря, фильма. Посмотрим, как оно сделано в игре. Да, а фильм, по-моему, 98-го, по-моему, года, или, ну, или там 2000-х каких-то таких. Если кто не смотрел, то советую посмотреть. Lionsgate Games представляет The Blueber Team Production. Добро пожаловать в Бургфитсвилл. По местным новостям, до сих пор не найдено никаких следов 9-летнего Питера Шеннона, пропавшего в субботним днем. Пропавший мальчик был одет в зеленую футболку и кепку Балтиморских воронов. Местные власти организовали поисковую операцию в лесу Black Hills. На данный момент это последний случай в серии таинственных исчезновений, начавшихся в 94 году, когда группа студентов ушла в лес возле Буркитсвилля и пропала без вести. То есть исчезновение так или иначе продолжается. Джесс! Привет, Элис! Джесс, привет! Как? Хорошо, как тебя услышать? Я думал, ты не позвонишь? Да уж, я тоже так думала. Похоже, от нас обоих можно ждать чего угодно. Чем занят? Слышал о пропавшем ребенке? Я участвую в поисках. О, ясно. Ты думаешь, это... хорошая идея? А почему бы и нет? Ты знаешь, почему? Впрочем, забудь. Ты прав, наверное, мне не стоило звонить. Нет, Джесс, погоди, я рад, что ты позвонил. Слушай, я почти уже на месте, перезвоню позже, ладно? Хорошо, только будь осторожен. Пропал Питер Шеннон. Так, фонариус есть, отлично. Ну что, Буллет, поищем способ связаться с шерифом. Он скорее не Буллет, а Пуля. Кажется, они нас не дождались. Надо догонять. Подожди. Ага. Найдем этого мальчишку. Хватит с него приключений. Энтони, если ты перестал писаться от любого упоминания ведьмы, решил пойти с нами, загляни в багажник, на твоя рация, также оставлю тебе фото ребенка, которого мы ищем. Когда будешь готов, к нам присоединиться, вызови шерифа на канале 2. Грег. Так, хорошо, открываем. А, тут не через Е, тут просто... Прости, Энтони, кто успел, тот и съел. Я сижу с Леннингом из леса. Собственно говоря, с шерифом. Так. Они мне, может, что-нибудь еще оставили, нет? Пропавшие. Так. А у тебя что здесь? Это больше нельзя открыть? Нет, нельзя.
Кружка, карта. Похоже, они собрались прочесть весь лес. Синопсис о пропаже Питера Шеннона заявили 15.09.96. Расследование. 14.35 в СР принял заявление о пропаже Питера Шеннона от его матери Лоры Шеннон. Предварительно расследование установило. В последний раз Питера видели по дороге к дому его друга около 11.20. 15 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно. Питер уже предпринимал попытки сбежать из дома. Свидетели момента исчезновения Питера не найдены. Первичные поиски не дали результатов. В связи с возрастом Шеннона дело присвоено высокий риск. Было решено организовать поисковую операцию в лесу Блэк-Хиллз, где мальчик был найден во время одного из прошлых побегов. Главой операции назначен шериф Эммет Леннинг. Оливер Мэттисон, следователь. Чтобы посмотреть, удерживать его... А, я могу табом... Алло. А как выйти-то, алло? Пс-пс. А, всё. Табачий корм. Фото Питера. Где ты там? You found something, buddy? Что-то нашел, дружище? Дай сюда. А, вот здесь что-то у нас. Well, они плохо, они подготовились. Right, а, мы... Воды, да? Молодец. Хороший пес. Так, ну что, погнали тогда. Нам куда-нибудь туда, куда-то туда. Опа, стоп. What is this? Что это? Какая-то куколка, типа, да? Так, мы с псом пошли в лес. Искать. Что-то искать. О! Очень странно, что налево... Come on, на... Вперед, Буллет, найдем малыша. Да он не Буллет, он Пуля. Смотри на него. Красавчик Пуля. И Пуля мило, мило звучит, а не какой-то Буллет. Так, и что мы тут видим? Ах ты засранец, а? Так. Нет смысла больше ждать, давай поговорим с Леннингом. Элис, базе, меня слышно? Элис, ты что тут делаешь? Присоединяйся к поискам. Элис, если ты считаешь, что обязан быть здесь, то это не так. Я понимаю, что он его брат и все такое. Сэр, я хочу помочь, вот и все. Со мной Пуля. Если он возьмет след, то выведет нас прямо к мальчику. Тут ты прав. Думаешь, ты справишься? Твое здоровье не станет помехой? Сэр, я не облажаюсь. Не в этот раз. Ну, раз так, ладно. Только держись позади. Проверяй, чтобы мы ничего не упустили. Вас понял. Конец связи. Пора браться за работу. Да. Так, а у нас какие-то проблемы со здоровьем. И этот мальчик брат. Чей-то брат, которого мы, видимо, то ли знаем, то ли, может быть, не знаем. Значит, мы тупо идем по желтым этим, но нам нужно что-то найти, он сказал. А, мы можем приближать еще, да, зренишко. Зренишко можем приближать. Так.
А зачем нам корм для собаки, если мы... Ну ладно. Так, вот он что-то ускорился. Нажмите же по звуку-то. Это пуля, ваш пес и лучший друг. Прислушивайтесь к его лаю, следите за движениями. Он первым предупредит вас об опасности. Но вы должны помочь ему справиться с ней. Помните, то, как вы с ним обращаетесь, может повлиять на его поведение позднее. Не отходите далеко. Долгое одиночество может повлиять на ваше психологическое состояние. Если вы потеряли пулю, нажмите С. Вызвать его, когда он рядом, нажмите держите С, чтобы включить колесико команд. Ага, понял. Ой, так. А искать это, а вот это, да. Давай, малыш, смотрись. Давай, друг, веди. О! Хороший мальчик, хороший мальчик. Да не надо никуда везти, подожди. Друг, мы ищем Питера, а не поисковый отряд. Мы идем в обход. Спенсеру кажется, что он что-то видел. Наверное, просто енот, но как-то так. Говорю тебе, это не енот. Да, конечно, значит медведь. Пули искать. Шеф, осмотр моста закончен. Ничего. Совсем ничего. Ай, сраная колючка. Ребят, вы же в курсе, что этот лес проклят, да? Если не вернуться до заката, можно вообще не вернуться. Тогда давайте найдем пацана и свалим отсюда. Хватит болтать, сосредоточьтесь на поисках. Точно, это был енот. На лесопилке чисто. Отличная работа. О, парни, вы видели старое дерево? У меня от него мурашки. А вы знали, что во время войны за независимость тут жила одна ведьма? Она крала местных детей, высасывала их кровь и творила всякое. В конце концов, ее поймали и повесили на одном из тех деревьев. Инграм, ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Проверь холм, Инграм. Так, а что у меня... Меню. Вряд ли ребенок мог так далеко забраться. Надеюсь, все в порядке. Позвони, когда будет минутка. А, да. Да, с тех пор, как мы нашли те пленки, мы всегда начинаем поиски оттуда. Ладно, парни, меньше слов, больше дела. Так, ну... Пес, ты меня видишь? Иди сюда. Инграм, что у тебя? А, мусор какой-то. Осторожно, Колдуэлл. Блин, тут скользко. Ну, что ты там нашел? Мне нужно что-то найти. О. Bullet. Подожди, приседать-то я могу, а не приседать. Так, ничего не понятно, короче. See if you can find something, buddy. Вот это-то что здесь такое, да? О, я ж говорю, ну. Go get it. Неси скорее, давай. Что ты нашел? Дай-ка посмотреть. А, кепка. Да, молодец, хороший мальчик. Брось, малыш, сейчас не время.
Балтиморские вороны. Это кепка Питера. Хороший мальчик. Надо поторопиться. Можешь взять след? Take a whiff, buddy. Good boy. Now show me. Давай, види меня. ЛСБ, я нашел кепку Питера. Нашел? Молодец, Элис. Оставайся на месте, мы придем к тебе и продолжим поиски оттуда. Не могу. Пули взял след. Я не стану ждать, пока он его потеряет. Буду докладывать по ходу. Конец связи. Блин, стой, ём. Проклятие. Надо найти пулю и выбраться наверх. А откуда я свалился-то вообще? А? Пуля! Видимо, какая-то новая локация немножко то ли подлагивает. Так, ладно. Bullet, where are you? А, мне нельзя... Куда он подевался? Нельзя одному оставаться мне, потому что, видишь... No. Только не это, не сейчас. У меня какая-то болезнь, да? Поэтому я... Соберись, Элис, ты уже далеко зашел. Нельзя сдаваться. Успокойся, Элис, у тебя все в порядке, это просто в твоей голове какие-то галлюцинации. Что за галлюцинация? А что с персонажем-то не то? Не так? Понятно пока, да? И кто у нас тут такой, а? Don't leave me like this, okay, buddy? Больше не бросай меня, малыш, ладно? Я просто не могу оставаться тут один. Что это, малыш? Ты что-то нашел? Важнее идем по следу Питера, хорошо. Давай, друг, веди. А как мне... Нет сигнала. История вызовов. Джесс опять звонил. Я же сказал, что я позвоню, как будет время. Чё ты начинаешь-то, Джесс? Так. Да, погодь, собак. Сигнала нету, понял. Мы как раз в этом лесу, да, уже? До заката нам сказали, а мы, походу, останемся здесь. Так, ну сейчас пока мы просто за лохматом идем. Это что, лагерь? Кэмпсайт? Камера, так.
Looks pretty beat up. Потрёпано, но кажется, ещё работает. Yeah, I think it still works. Чё там? Я ничего не видел. Конечно, что-нибудь увидел? Или сможете... Нет, я в порядке, я разберусь. Просто мне нужно чуть больше времени. Элис, тебе нужна помощь. У меня могло получиться. Элис, я так больше не могу. Что? Что на этот раз? Я мало улыбался? Не говорил, я тебя люблю целых 5 минут подряд? Господи, Элис, ты сам себя слышишь? Я себя отлично слышу. А еще я вижу, как ты на меня смотришь. Как на гребаного неудачника, больного щенка, за которым нужен глаз за глаз. Откуда это, Элис? Элис, возьми себя в руки. Побудь мужчиной хоть раз. Вот оно. Вот же оно. Надеюсь, Элис, ты в себе разберешься. Надеюсь, ты сможешь в конце концов себя простить. Я пыталась тебе помочь, но... Я просто больше не могу оставаться рядом. Ну и катись, убирайся. Оставь меня в покое. Входящий джаз. Но почему-то мы это видим на телевизоре. Ой, а мы хотим застрелиться. Будь мужиком хоть раз. Элис, ты получила мое сообщение? Вы хотели меня видеть, сэр? Не просто так, я хочу тебе кое-что рассказать. Пули, знакомься, твой новый напарник, ему тоже в жизни досталось. Что, сэр, я не могу. У тебя есть какие-то более важные дела? Бери собаку и не выделывайся. Так точно, сэр. Я что, отключился, малыш? Темно, хоть глаз выбили. Долго же я спал. Итак, собственно говоря, что мы узнали о... Опять эта штуковина? Нет, это другая. Похоже, у кого-то слишком много свободного времени. Так, а что собака у нас тут говорит? Ага, о, еще одна... А, это и та же камера и была. Как она здесь? Внутри я осталась пленка. Что ж, посмотрим, что там на ней. Красная кассета позволяет управлять реальностью, обращать внимание на окружение предмета как вокруг вас, так и на видео. Перематывайте видео, чтобы изменить их состояние и положение. Опа, интересно. Улика. Кто-то отобрал... Ага. Какого хрена? Это секунду назад этого здесь не было, правда, дружок? Машинка. Эта пленка, неужели она не может быть? Соберись, Элис. Наверное, это Питер. Может, пуля снюхает. Пуля! Ты знаешь, что делать, малыш? Совсем как на тренировке. Хороший мальчик. Ты был отличным полицейским псом, если бы не твое упрямство. Так, он опять снюхал. Слушай, ну мы из видео, которое мы посмотрели до этого, да, было понятно, что, значит, у нашего персонажа есть жена или подруга, да, которая от нас ушла. И, собственно говоря, у нас какое-то загадочное прошлое, которое нам мешает... Да? А еще мы бухаем, как я понял. Потому что... Что такое? What is it, boy? Что случилось, малыш? Что-то не так? Опа. Easy, boy. Сп-
Спокойно, мальчик, бояться больше нечего. Какое-то фото. Чье-то. Ольга. Да, написано, по-моему. Я правильно прочитал. Так, а он дальше побежал? Ага. Темно, ничего не видно. Все страшненько, нагнетает. Скримака сейчас можно получить. В принципе, да? Ну, атмосферненько на самом деле. Подожди, пес. Я тоже спрыгну? Я тоже могу спрыгнуть, да? Ага. Я же слез, малыш. Давай. Right, молодец, я иду за тобой. Элис, это я, Ленинг, ответь. Я узнать, в чем дело. А за Элису, выйди на связь. Я слушаю. Ты слушаешь, твою мать, Элис? Я несколько часов пытаюсь с тобой связаться. Сначала это пацан, теперь и ты. Я только и делаю, что бегаю за каждым, кто заходит в этот проклятый лес. Где тебя черти носят? Мы спустились в ущелье, пошли на север и вышли к заброшенному лагерю. Погоди, чего? Мы были в том районе и не видели никакого лагеря. Ну, вы и кепку Питера проглядели? Послушайте, мы опять идем по следу, двигаемся на север. Ради всего святого, Элис, хватит строить из себя героя. Сядь и дождись, пока мы тебя найдем. Эммет, просто идите к лагерю, от него на север. Я поищу какой-нибудь ориентир, чтобы вам помочь. Элис... Буду держать вас в курсе, конец связи. Так, короче, мы забрели опять куда-то, в срань в какую-то, да? Какой-то ориентир нам нужно найти. В чем дело, старина? А, вижу. Так, лучшая пуля. И Артур. И Ольга, и Артур. Так, хорошо. А почему он боится этих штук? Они какие-то с заклинанием, что ли, да, наверное? Какая-то хрень. Так, какая-то пещера. Нет, не пещера. Так. Что случилось, пуля? О, птили. Свет, твою мать! Это что такое? Он сейчас сломает дерево? Ой, ёб твою мать! Get a grip, Alice. It's just a tree. Это не просто дерево. Вперед, пуля. Почему вперед? О. Элис, базе, я рядом с сухим белым деревом. Во-первых, офигеть, он нашел дерево в лесу. Шериф, это издевательство. Я пришел искать ребенка, а не этого недоумка. Хватит, Спенсер. Точно, хватит. Я домой пошел. Элис, докладывай, если что. Конец связи. Прикольно. База Элису, кажется, мы нашли ущелье, о котором ты говорил. У тебя есть новости? Элис, тебя слышишь? Прием. Да, кстати, вы слышали, чтобы кто-то тут что-то строил? Например? Как тут какая-то арматура, может, закладывали фундамент или рыли окопы? Окопы? В этих местах не было военных действий во время гражданской войны. Элис, ты уверен? Ленинг, я знаю, что я вижу. Ладно, ладно, просто мы поищем лагерь, а потом эти окопы или что там такое, конец связи. А здесь что у нас? Опа. Что за тачка? А в ущелье нам не надо было заходить? Или надо было? Да уж, не то, что я ожидал найти в лесу.
Ты что там нашел? Тебя арматуру тоже не ожидал найти. Конфетная обертка, серьезно? Пуля, ты способен на большее. Давай, поищи. По звуку вообще круто сделано, конечно. Хороший мальчик, веди меня. В ущелье мне не надо было заходить, правильно я понял? Надо было, хз. Опа, что там у тебя? Go, молодец, дружище, так гораздо лучше. Посмотрим. След из хлебных крошек. Упавшее дерево. Пацан, ущелье. Wait, стоп, that... это Питер? It's Peter. Думаю, я не замечу Питер. Смелый шаг, парень. Элис базе. Питер не убежал, его похитили. Я нашел пленку. На ней мужчина, который это сделал. Чего? Откуда? Какая пленка в лесу? Элис, ты не шутишь? Не шучу. Пленка из тех, которые заставляют вещи появляться. Нет времени. Ленин, нам найти ребенка. Он в большой опасности. Элис, даже если это правда, я не могу отпустить тебя одного. У нас нет выбора. Слушайте, я не буду делать глупости, я просто найду его и дождусь вас. Конец связи. Нет, Элис, подожди, черт тебя подери. А почему я не могу? Видео снято в окопах, которые мы проходили. Идем, пуля, посмотрим, что там. Видео сняли где-то здесь. Есть. Пуля. Вперед, мальчик, Питер в опасности, и только мы можем ему помочь. Молодец, иди по следу. А еще было на видео упавшее дерево, да, но мы... Ну ладно. Так. А я пройду? А, пройду. Так, ну просто беготня, короче, за пёсой. Берёшь нам сюда, малыш, а? Просто беготня по лесу. Опять вышли к этой машине? Пуля, мы ж чё, ходим по кругу? Я бы не хотел оказаться на месте главного героя, если... Опасненько. Опа. Bullet. Where are you, buddy? Где он? Здесь же был. Come on, boy. Don't make me chase you. Ну же, мальчик, заставляй меня за тобой гнаться. Bullet, where are you? Bullet, ты где? Я путаю пулю и bullet, да? А, вижу тебя, братан. Опа. Ёб твою мать! Что за хрень? Ой, твою мать! Это что за прикол был? Что мне надо делать? А, это какой-то... То ли волк, то ли что? Пуля! А вот кассета какая-то, да? Не, не могу взять. Мне нужно этого уничтожить. Ой, твою мать! Я умер, типа, или что? А что мне нужно было делать? Или это так и нужно? Что такое, малыш? Там какая-то кассета валялась. А, это... Так, подожди, а чего мне нужно делать? Мне нужно от него убегать? Что за хрень? Во-во-во, а почему тогда не подбиралась?
Следить за поведением пули. Если он рычит, то во тьме скрывается опасность. В бою не отходите от него далеко. Он может обнаружить противника, но в одиночку он уязвим. Стоит мне их разбудить, как не следует за мной по пятам. Таращится на меня. Свет. Свет их отгоняет. Со светом я в безопасности. Нужно держаться на свету. Нужно держаться на свету, да? Сказал. Блин, я же тогда подбегал тоже к этой теме. А вон там что за костюм. Ой, ёп, твою мать! Что это, малыш? Так, а это что такое? Это дерево выглядит знакомо. Так, сейчас, подожди. Точно, это было на видео. Так, видео. Смотреть пленки. Не-не-не, а как поменять пленку? Улика. Улика. Так, подожди. А чё ничего не происходит? Не то. На S-ку нажим. Вот, да, вот здесь. Ага. Так, что здесь у нас? Вот черт! Может, можно... Вот зараза. Так, а что здесь делать? Элис, ответь. Элис, ты меня слышишь? Прием. Да, отвечаю, отвечаю. Говорите. Белое дерево, о котором ты рассказывал, я его нашел. Оно и правда тут. А чего бы ему там не быть? Ладно, я рядом, так что дождитесь меня, хорошо? Хорошо, только не задерживайся. Выбора у нас особо нет, идем назад, пуля. Back, а назад-то помнишь дорогу? Я нет. Bullet. Блин, шнырять здесь по лесу, ёптель-моптель. Слушай, не, ну напряжение такое, ну хорошее, мне нравится. А очень атмосферно. Говнище. Так, а как... А я могу сделать... Heal. Иди сюда, где ты? А, вот, здорово. Так, значит, любимец, искать, поругать, отстоять, рядом, искать. On, around, да, малыш, смотрись. Блин, а как мне найти дорогу-то обратно? Я хрен его знаю. Пес же должен, в принципе, найти обратную дорогу. Давно. А карты у меня нету, да, соответственно. Подожди, а может быть у меня есть что-то в инвентаре? Собачий корм, след из хлебных крошек, отчет о деле Питера, фото на фигурку, бутылка. А, и все, больше ничего.
Нет, тогда... Пум-пум-пум. Тогда нам нужно самим искать. А где он? Heel! Come here, boy. Bullet. Я собаку потерял. Come here, boy. Где, ёпти? Bullet. А, вот он где. Или где он, подожди. Heel! Ёпти. А, здорово, погнали. А, вот да, вот здесь мы проходили. А, вот это дерево было, да-да-да-да. А, и вот это равнище. Элис Базе, Мленинг, а вы где? Стою под деревом. Но я тоже. Чего? Мы говорим об одном и том же дереве, белый, без листьев, увитый черным плющом? Да, оно. Ничего не понимаю, бред какой-то, Элис. Будь ты неладен, нельзя было допускать тебя до поисков. Я хотел взять реванш, я понимаю, и я хотел помочь, но для тебя это слишком, ты плохо соображаешь. Не надо говорить со мной как с психом. А что ты хочешь от меня слышать, Элис, что у нас все тип-топ? Я пытался себя в этом убедить, да что-то не сработало. Да пошел ты, Эммет, мне не нужна твоя помощь, я нужен тебе, я единственный в этом проклятом лесу, у кого есть хоть малейший шанс найти ребенка. Эммет, ты там? Эммет. Эммет. Goddammit. Черт побери. Yeah, gotta watch us. Да, тут нужно смотреть под ноги. Опа, твою мать. Че такое, где? Где? Я не вижу. Ага. Эй, сучкин. О, я же его засек. Где он? А, вот он, где. А, я вижу. Он там. Он такой. А, вон он где. Ага, все. Да, все. Он, короче, блин, он еле заметен там в свете. Что такое? А, и сообщение. Сообщение как? Сообщение как? Вот так. Сообщение? Здесь же нет связи. Двигаться всегда лучше, чем стоять на месте. У тех, кто... Тех, кто не двигается на 99%, выше шанс умереть. Пора пошевелиться. Это что за прикол? Ну, короче, у нас один путь-то в эту, в дырку. Чё там? Чё нам? Stay here, boy. Давай здесь, малыш. Это что, бункер? Вряд ли мы узнаем. Не, я не знаю, что сделать с этим замком. Знаю, что с ним делать, я пока не знаю, ребят. Так, хорошо. А что мы можем еще здесь сделать? Погнали. Так, а что мы можем еще здесь сделать? Я не знаю, ребят. У нас есть тачка, например. Опа! Погоди-ка! Это не... Это машина Ленинга, но откуда? Секунду назад она была развалена. Say the light. Что? Эммет, отвечай, я знаю, что там. Я нашел твою машину. Ну же, Эммет, говори со мной. А, ну... The light.
CH03, скажи свет. Это пароль, типа, да? 03, CH. А что значит CH? Ну, конечно же, закрыто. Может, у него тут что-то есть? С этой стороны. Даже свет. А что значит CH03? Это скорее пароль от этого, скорее всего, да? Вот от бункера. Скажи свет. Можно попробовать сказать в рацию. Эммет, я знаю, что там. Ответь, пожалуйста. Нет. Записка, там было что-то о третьем канале. А, канал 3. Я куплю. Свет? Включи свет. Че? Пара, включи их. Зачем? Кто это? А почему бы и нет? А где фа? А как... А, ёптель, я тебя потерял, мелкий, ты чё, куда там ходишь? Эй, где ты это нашёл? Ладно, без разницы, молодец, дружище. А, я её не заметил. Я и не заметил, соряныч. Жди здесь, дружище. Я и не заметил, слушай, псина-то поумнее, да, меня. Так. Куньк. И чё? Прочесть. Предохранитель находится под рулем, чтобы обнаружить потенциальную проблему. Проверьте следующее. Катушка зажигания, датчик вращения. Чё номер один? Передние фары 920А. No battery. Аккумулятор сел. Надо заглянуть под капот. No battery. Клеммы кто-то снял. Ах вы скоты. Клемму верни обратно, да? Предохранитель сгорел, теперь понятно. Так, а у меня передние фары 9 нужно, 9. А нет, не 9. А какой сгорел? Пятый сгорел, а пятый это что, левая парковочная фара, подсветка номеров? А какой сгорел-то? Ну и чё? That looks good. Неплохо. Ёпть. Но как? Блин, дружище, я же совсем спятил, да? Да, я тоже так думаю. Так, убери фонарик. Рацию дай. Эммет, я знаю, что там, ответь, пожалуйста. Так, а как убрать фонарик из рук? Ага. Так, и что теперь делать? Подожди, а мы же здесь... А тут уже нету ничего, видишь? Угу. Здесь уже нету этой темы. Так, хорошо, и что дальше? Сообщенька.
Джесс, привет, я постоянно натыкаюсь на твой автоответчик. Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто часто думаю о нас в последнее время. Ты меня избегаешь или до сих пор в лесу? Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто... Это я читал. Позвони, когда сможешь, пока. А, я не могу, я только так могу, понял. Джесс? Джесс, привет! Прости за наш прошлый разговор, ты меня застал в неудачное время. Да, я заметила. Сейчас удачнее? Да, однозначно хорошо. Так хорошо слышать твой голос. Ясно. Так чем ты там сейчас занят? Ты слышала о пропавшем ребенке? Я подключился к поискам. Сейчас мы с Пулей в лесу. Ничего себе. Ясно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Да, я тоже на это надеюсь. Ну что, есть успехи в поисках? Пока немного. Зато Пулю счастлив, что мы наконец-то выбрались на природу. Еще бы. Ладно, удачи. Позвони, если захочешь поговорить. И все? Ну ладно, так. На звук реки пойдем или как? А прыгать мы не умеем, да? Я прыгаю. А вот это дерево. Вот это дерево. Вот это дерево, вот этот дом. Так, и чего? Мы к нему типа подходим? Или это не то дерево? Пуля, стой, стой, стой. Или сделай, что хочешь, конечно. Чё такое? Ну и хладина. Надеюсь, оно того стоит. Пес, где мой? Ну вот это дерево такое. Опа, стоп, Что это? Новенько, наверное, Питера. Это нас никуда не приведет. А он не может, что ли, понюхать? Ладно, так. Не знаю, куда нам идти ровным пётом. Подожди, а я могу сделать... Он точно не понюхает этот? Нет. Ну, давай, погнали. Так, автосохранение, значит, что-то опасное. Опа. Две цепочки следов, обе глубокие, мужские, один из них был босой. Странно. Курильщик, от меня ты можешь спрятаться, но сигареты тебя доконают. Что там, пуля? Ты что-то нашел? Опа. Хороший мальчик, ну-ка подвинься. Все в порядке, малыш? Мне тоже это не нравится. Дай-ка посмотрю, и мы... Господи Иисусе, мать твою! Полицейского убили. Эммета. Нет, нет, не может быть. Эннет! Мы же только что... Не понимаю. О боже, вот дерьмо. Лейн, конец. Такого не заслужил. Вот дерьмо. Убийца снял с него скальп, чистый надрез, вероятно, посмертно. Раны на шее глубокие, а голова... Боже, она еле держится. Насчет Ленинга. Он был его достоин, как никто другой. Все? Или что еще мне нужно сделать?
Ленни был матерым копом, опытным. Он бы не дал застать себя врасплох. Должно быть, он знал убийцу. Опа. Аннетта. Фото? Что за чертовщина? Все, больше ничего нет, здесь нету. Цветокор поменялся вроде. А где пес мой? Опа, кассетка. Красавчик. Убийство друга. Ты что-нибудь видишь? Не в этой темне. Она красная. Кассетка. Значится что? Значится что? Не то. Подожди, у меня почему-то уехало это. Как вы сюда попали, шериф? Это же не просто дело о пропаже. Идем, пуля, пора с этим покончить. Из-за Питера и за Ленина. За Ленина. Так подожди, вот его теперь... А, нет, он до сих пор здесь. А почему кассетка же красная? Что такое? Или какую кассету надо набрать? Шериф Эммит Лен, неравнодушный человек. Всему и ко всем, даже ко мне. Мы редко общались лично, но он всегда меня поддерживал, даже после того, как я его подвел. Покойся с миром, я найду ублюдка, который это сделал. Я не досмотрел просто, но он его убил, что дальше? Снял скальп. Все, да? Куда дальше-то нам идти? Непонятно пока, да? Вонючка какая-то здесь, да? Болото. Стоп, это как? Куда делась вода? Это дорога обратно? Либо я схожу с ума, либо... Каска. Ой, ёб твою мать! Что за... Буллет, беги! А, да это какие-то флешбеки, короче. Пуля. Ничего не понимаю. Ёптель-моптель. Твою мать, только не сейчас. Давай, работай. А, мы сейчас с камеры будем, что ли, ходить? А, нет. Ой, мы попали куда-то непонятно куда. Ребят, на этом закончу первую серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше. Всем счастливо, всем пока.